вот такое у нас в 21 веке водопонижение. Грязенасос на веревочке ковшу. Там типа был приямок, но все уже обвалилось опять. Вот, ребята, работяга стоит на краю. Если сейчас обвалить, ну ладно, будем молчать, помолчим. Там тот делает рой канавки, как мы в детстве рыли, кораблики пускали. Ну а чё? Вот постепенно стравим сколько сможем. Но здесь есть проблема. Здесь дело в том, что канава по этому поселку идет, говорят, общая длина 3 километра как минимум. Здесь, где я стою, это типа мостик, подо мной труба. Надо было рыть дальше до трубы, и наша труба должна идти под этой трубой, под дренажной. И туда вон дальше канава, под этой дренажной. Но я сказал, что как только я докопаюсь до трубы, вся вода из этой канавы рванет в нашу, и тогда уже все. Мы решили докопать до трубы. Сейчас положим какой-то кусочек, отрежем сколько сможем нашей трубы, положим. И я думаю, на сегодня все хватит. Как это место будем проходить, где вот дренажная труба. Труба, кстати, очень толстая. Полметра больше. Больше, конечно, сантиметров 70-80. Вот. Водопонижение. Все, пока. Смысл был, понимаешь? Если видно. Сейчас солнышко непонятно, как светит. Хочу показать канаву, чтобы не обваливалась, как ступени. Может, с этой стороны лучше. Ну вот, с каждой стороны по одной ступеньке такой. Это чтобы она не обваливалась. Водопонижения нету, как хотя бы и этот раз эти 12 метров получились очень красиво. Ну вот так вот делаешь ступеньку, и более-менее тогда можно, но только все равно надо очень быстро. Все.